находились там, я вам что-то расскажу. Я сегодня шла в здание, представляете, у двери лежало письмо. Я вам сейчас покажу. Вот такое письмо, и посмотрите, здесь даже что-то нарисовано. Обезьяна. Да, и там что-то написано. Как вы думаете, что там написано? Приглашаю вас, ребята, и ваших родителей в Африку на праздник обезьян. Поедем? Да. Тогда приглашайте своих родителей, берите их за ручку, встаем парни, по кругу встаем парни. Побыстрее добраться, полетим на самолетах. Сейчас можно сказать, так, чтобы далеко друг от друга не мешать. Потому что самолеты у нас будут вот такие большие. Мы их проверим. Проверим крылья, проверим шасси. Что такое шасси? Проверим пропеллер, мотор заведем. Мы полетим друг за другом. Вот туда далеко полетим. Над морями, над городами. И прилетим в Африку. А потом мои самолетики.